людей, которые выступают рядом с нами. За кем выступаете вы? Если я кого-то пропустил, и кто-то желает выступить, пожалуйста, оперативно также подойдите ко мне, мы исправим эту ситуацию. Итак, первой у нас поздравлять Михаила будет Наталья Родионова от Союза писателей «Москва поэтическая». Далее Александр Гаджиев. После него выступает дуэт «Мотив». После дуэта «Мотива» мы пригласим на сцену Никодима. Далее выступает Валерий Евдокимов. После него Алексей Рузин. Далее Марина Полозова. После Марины Полозовой поздравить Мишу на сцену поднимется Наталья Берег. Нет, я не готова сегодня жениться. Я готова поздравить ее, но у меня стихов нету, чтобы поздравить. Замечательно. Значит, на сцену поднимется далее Сергей Фомин. А седьмым номером после Сергея выступает Людмила Аристархова. После Людмилы мы приглашаем Шуру Кремлевского. Номер 10 у нас Борис Прахов. Далее Юлия Романовская. После чего выступает Агата София. Ну и на этом мы завершим наш прекрасный концерт. Итак, на сцену приглашается Родионова Наталья.